полумост генератора R53. Тут где-то 28 витков первичная обмотка и 28 вторичная. Вторичная идет на индуктор 20 метров. Тут параллельно съемной катушке конденсатор 1000 вольт 0,1 микрофарад. Качер. Вот 922 килогерца частота. Осциллограмма на лампе. Качер пока отключен. Вот если лампа, это 25 ватт лампа. Лампу выкручу. Он как подпрыгивает амплитуда. Не включу. Например, 150 ватт. Вот амплитуда вообще полностью просела. Лампа вообще не горит. Теперь выкручу. Потребление самого полумоста 25 вольт 0,6 ампера. С такой амплитудой. Включу 25 ватт опять.
вот общее потребление. Если бы вот без нагрузки на 24 вольта 1,8 ампер, сто 150 ватт нагрузку включу и потребление уменьшится сильно. Вот 24 вольта и 1 ампер. Пуш-пул вообще почти ничего не потребляет, только один качер. Вот качер отключу. То есть не пуш-пул, полумост. Вот 0,005 ампера, как и холостой. Вот его такой. Вот, качер включаю, 1 ампер. Вот, по идее... По-моему, должно быть, когда, если появится свободная энергия, то эта лампа должна загореться на весь накал, как там была амплитуда самая большая. И потребление должно быть 2 ампера где-то. Всего было бы 50 ватт, а то было бы 150 ватт. Пробовал тут и заземлять индуктор. Тут вот теперь один конец съемной обмотки вот по этому проводу заземлен. Вот он на это. Землю. Индуктор не заземлен. Но пробовал его заземлять, тоже никакого эффекта не было. Ничего не меняется. И с качером даже немножко хуже. Если я обратно включу 25 ватт ламп. Качер, в общем, когда стоит параллельно конденсатор, тут он качер никак не влияет. Вот я качер отключу, лампочка немного, чуть-чуть, и еле ярче горит. Но это потому, что когда я качер подключаю, качер где-то 1 ампер потребляет, немножко напряжение просинает на 24,8 вольт. Вот без качера 25,2 вольта, а с качером 24,8 вольт. Потому что питание проседает, поэтому немножко на слабее горит. На пуш-пуле тут скважинность 50%, там очень маленький детайм еще есть. То есть не на пуш-пуле, на полумосте. Качер вот отключил, вот замерю частоту. Двадцать 4 килогерц. Транзисторы холодные. Ну,
немножко теплым.